Капитанская дочка. Краткое содержание первой главы. Сержант гвардии. Петр Гринев вспоминает детство и юность. Он родился в семье отставного офицера, служившего на графа Миниха. Мать происходила из бедного дворянского рода. Все 9 детей супружеской пары умерли во младенчестве. А когда женщина еще ожидала Петю, отец уже записал ребенка на службу в Семеновский полк. Петр выдвинул предположение, что если бы родилась девочка, то родитель мог и отказаться от нее. Сначала паренька учил старый слуга Савельич, а потом нанятый француз Бопре. Вскоре отец выгнал его со двора, так как тот вместо обучения сына наукам только пил да развлекался с барышнями. Когда Пете исполнилось 16, отец отправляет его на службу в Оренбург. Сын мечтал о Петербурге, надеясь, что там его ждет свободная жизнь. Вместе с ним едет и старый слуга. В Симбирске мужчины делают остановку. Старик уходит за покупками, а парень попадает в трактир, где знакомится с ротмистером Зуриным. Тот учит его игре в бильярд. Петруша проигрывает новому знакомому 100 рублей. Савельич возмущен поступком хозяина, но деньги отдает. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.